некогда могущественным богам нравилось показывать друг другу собственное красивое творение. Это был их способ общения. В обмен боги получали восхищение и внимание. Так возникло искусство. Привлекая к себе много внимания, боги оказывались в самом центре и приобретали значительное преимущество перед другими. Соперничество побуждало богов проявлять изобретательность, так как внимание является самым ценным продуктом в нашей Вселенной. Желая сохранить за собой центральное местоположение, кто-то однажды солгал. Боги продолжали общаться друг с другом, но красота их творений померкла. Они требовали внимания и восхищения, но, увы, получить их было все труднее. Потом они воевали, перевернули мир с ног на голову и попрятались каждый в своей вселенной. Они стали маленькими и недоверчивыми. Но одно ощущение осталось в памяти навсегда. Общение – это удовольствие. И они придумали безопасное место, которое кто-то когда-то назвал красивым словом «театр». В жизни я не столько задумываюсь над этим, сколько стесняюсь своих таких более ярких проявлений, что ли, того, о чем я хотела бы сказать, о чем я думаю. Более ярко их выразить. А в жизни это всегда получается несколько экзальтировано, что ли, и уже сразу похоже на неправду. Ну, мы все понемножку играем в жизни, безусловно. Мы не остаемся все время за кадром, вне сцены, только самими собой. Все равно мы продолжаем немножечко играть. И вот я никак не могу понять, от чего это. То ли это уже наша профессия в нас так сидит крепко, что мы без этого не можем, то ли мы, пользуясь этим, как бы абстрагируемся, что ли, от того, чтобы нам не хотелось услышать, увидеть, остаться немножко в тени, вот так. Свое «я», вот которое во мне сидит, мое искреннее «я», не подавать его так, не раскрывать его. Это специальное место для этого, специально предназначено для этого места. Причем я личных особых выгод там не получаю в том, что я становлюсь другим или там обманываю публику. Туда приходят люди, которые желают быть обманутыми, по большому счету. «Фабрика грез», вот, например, Голливуд. Там платят за то, что показать там волшебную мечту какую-то. Или не мечту, или не волшебную, а наоборот ужасную правду. Но так или иначе люди ходят именно, публика, только за этим. Чтобы посмотреть на какое-то то, что они еще не видели, представить. Так что это специальное место, как больница для одних, храм для других. Театр для этого, может, и существует. Для создания иллюзий. Это не обман, это иллюзия, скорее. А мы вот такие иллюзионисты. Если спектакль хороший, иллюзия удалась, зритель доволен. Если там много тараканов, нет художественной системы, если у фокусника из цилиндра выпадают кролики, то зритель не верит и не восхищается этим искусством. То есть я себе так иногда моделирую, заниматься актерством, вот, извини за сравнение, но это у меня ассоциируется с таким с каким-то чувством, похожее на любовь к женщине. Вот, потому что это, если я не вижу ее долго, да, женщину, я начинаю скучать, томиться, мучиться и даже болеть. Вот.
И когда я иду на это свидание, то есть вот это ощущение всегда меня и зовет в театр. Потому что этот акт должен состояться там, на сцене. Вот именно акт. Акт, в результате которого должно родиться нечто третье, которое получает зритель. Это вот некий ребенок в виде каких-то биоритмов, энергетических ритмов. Вот эта вот штука, да. То есть мы как бы всегда занимаемся актом. Вот я говорю, не зря и существует такое понятие. Акт первый, акт второй, акт. Акты между кем? Между не мною и партнером, а между нами, актерами, и залом. Вот этот акт. Ты вовлекаешь зрительный зал в свою собственную эмоцию. И вы начинаете жить как бы на одной эмоциональной волне, на одной эмоциональной частоте. И тогда ты берешь зрителя за руку и ведешь за собой. И ты ведешь его в ту сторону, в которую сейчас хочешь повести, и говоришь ему о том, о чем хочешь рассказать. И человек этот не сопротивляется тебе. Если рассмотреть жизнь человека в разных проявлениях, то все они сводятся к акту общения, коммуникации. Семья, животные, предметы, другие люди и сам человек находятся в постоянной коммуникационной связи. Эмоция является связующим звеном между мыслью и действием. Что делает актер, играя ту или иную сцену? Актер посредством эмоции передает зрителям некое сообщение, идею. Что делает зритель, наблюдая за актером? Зритель получает впечатление и соотносит его с собственными идеями и опытом. Зрители могут захотеть добавить что-то к увиденному. Таким образом, они могут сделать свой вклад в увиденное, сопереживая. Именно желание сделать вклад является критерием состоятельности любого произведения искусства. Это же отличает его от обычной иллюстрации, которая не содержит пространства для вклада. Есть много форм общения между людьми, но искусство – его наивысшее качество. Сама жизнь, по большому счету, является одной из многообразных форм искусства. Поверь, я это никогда никому не говорил. Я люблю тебя, леди. Понимаешь, я чувствую, что по-настоящему люблю тебя. Назначь время, я буду ждать тебя за городом. Нет! Я беру свои слова обратно. Ты можешь увидеть женщину. Ты ее можешь увидеть до такой степени, что она свалится. А ты будешь смотреть и питать ее ногами, что она не сможет встать. Да нет, помнишь, я говорил, что я покончил с этим. Я помню, я все помню. Только недолго ж ты продержался, миленький. Хватит бесноваться, слышишь? Хватит! Не нужны мне твои деньги. Не нужны мне твои деньги. Да ты не понимаешь! Деньги ты меня сразу не уйдешь! Черт вас, давай уеду! Свобода! Я хорошо отношусь к зрителям, которые прорвались каким-то образом в театр. Ну, они прорывались. Любой театр... В любом театре, если... люди прорываются в него, рвутся, что-то требуют, что-то хотят, какими-то правдами и неправдами проникают в него, и
хорошо, что они идут, все-таки прорываются именно туда, а не в какое-нибудь там другое место, там в театр, к нам, собственно, в гости, к нам на шоу, на представление, на иллюзию, нежели чем куда-нибудь в другое место, не связанное с нашей деятельностью. Слава Богу. Ну, другой вопрос, как они себя ведут. Мой один знакомый, например, принципиально покупает билет, даже когда его приглашаешь, для того, чтобы, сравнив цену билета и ощущения от спектакля, соотнести, вот то это или не то, сердито это или просто дешево. Оправданы эти затраты на билет или нет? Когда ты идешь в гости к хорошему другу, и ты очень рад его увидеть, то мне хочется что-нибудь купить и принести с собой. Тортик, или там коробочку конфет, или еще что-нибудь сделать ему просто хорошее. Вот. Мне очень нравится делать подарки людям, потому что я когда вижу, что они радуются, ну, я очень счастлив от этого. Вот. Я думаю, что это подобно и зрителю. То есть, если он идет в театр как зритель-профессионал, как мы говорили, который любит театр, если он идет в гости к друзьям-актерам, если он идет в гости в целом к такому явлению, как театр, который является его другом, который он очень любит, имеет к нему хорошие отношения, то здесь как бы вопрос обмена, он просто и не всплывает. Мне кажется, это такое как бы естественное побуждение просто каждого человека. Что-то привнести свое. То есть вот я даже сейчас как бы понял для себя такую вещь, что принос денег в театр, уплата за билеты, это может превратиться не в обязательное действие, а просто как в том, что зритель косвенным образом как бы сам немножко участвует в такой вещи, как театр, в такой вещи, как искусство. И если зритель это понимает, то он с удовольствием расстается с этими деньгами, потому что он участвует, он помогает, он участвует в процессе создания такой вещи, такого явления, как искусство или театр. И поэтому, если мы выделяем идею обмена как таковую, то это очень хорошая вещь, которая применима к области экономики. И действительно, театр имеет под собой экономическую основу, потому что театру надо покупать реквизиты и так далее. И здесь обмен очень приемлемая вещь, потому что если это не будет продаваться, если это не будет обмениваться, то в конечном итоге наши актеры будут ходить в дырявых штанах, там у них не будет лезвия для того, чтобы побриться, и мы просто в конечном итоге не получим театр. Но если мы посмотрим на область философии, то мне кажется, что здесь применима именно такая точка зрения, как каждый, ведь это совместное действие. В конечном итоге. Искусство, театр – это совместное действие. Актер работает на сцене, зритель, можно тоже сказать, работает в зале. Он же не сидит безучастно, он участвует, там что-то вместе рассматривает с актером, помогает ему аплодисментами, говоря о том, что я тебя слышал, я понял тебя, согласен очень с тобой. И если такую вещь, как театр, создают две стороны, с одной стороны люди искусства непосредственно, которые работают в ней, с другой стороны актеры, то каждый участвует в этом по-своему. Сегодня были свидетелями единого уникального события. Это сотый спектакль. Это мы поставили практически уже почти 5 лет, 4,5 года этому спектаклю. Я хотел даже снимать спектакль, думал, наверное, устарел как-то. А сегодня мы показали, что спектакль молодой, обрел новое действительно движение благодаря нашим талантливейшим актерам. И я счастлив, что сегодня на нашем таком юбилее столетнем все-таки молодость есть и в зале, и на сцене. Спасибо вам большое. Теперь я вдруг ловлю себя на мысли, что мне интересна сильная личность в центре драматургии. И как к этой личности относятся окружающие. Вот это мне интересно. И чем эта личность неординарней, то же все равно вот этот урод с длинным носом. Он совсем другой человек, поэтому у него постоянно конфликт со средой идет. И он погибает.
как правило, эти личности погибают. И уже говоря, уже просто не философствуя, я вот сейчас даже вот недавно думал о том, что вот «Маскарад» Борис Черкасов сыграл Арбенина. Для него это интересно. Он открылся в каких новых аспектах. Все это заметили, он удивил. Вот сейчас у меня такая мысль попробовать, я не знаю, получится ли, это очень сложно, потому что еще производство, вот масса всяких. Вот я хочу, мне ничего интересного, например, вот у нас актер Санаев. У нас очень много классных актеров, личностей. Я сейчас, к сожалению, говорю о мужчинах пока, пусть женщины не обижаются. Черкасов, Бобер, вот сейчас все равно. Думаю, что Санаеву, думаю, что Чернокульскому, потому что Чернокульский, я считаю, еще не сделал свою основную роль. Потому что Чернокульский — это на уровне, я считаю, вообще Лебедева, БДТ. Я даже думаю, может быть, эта птичка, которая откладывалась, она предназначается для Чернокульского. Должна быть старая, старый, потрепанный воробей, как Чернокульский. Он может это сделать. То есть мне сейчас, мне кажется, сейчас попробовать вот сделать такой ряд спектаклей в центре с одним из наших ведущих актеров и раскрыть его. Бенефисная роль. Так называется. Потому что все, многие наши актеры — личности. Вот сейчас мне это интересно. Именно личность в среде обитания. Вы пришли в театр Луначарского. Да, конечно. Что вы ожидаете от посещения? Ну, я этот спектакль иду смотреть уже пятый раз. Так что мне сегодня маленький юбилей. С огромным удовольствием посмотрела первые четыре и думаю, что сегодня получу не меньше удовольствия. Здорово. А что вы вообще ищете в театре? Ну, я учусь в театральной академии, поэтому театр – это моя будущая профессия. Поэтому я, ходя на спектакли, ищу прежде всего небольшой опыт, который можно перенять у этих замечательных актеров, которые здесь работают, и получить удовольствие. Это восхищение для моего внутреннего мира. Просто я прихожу и получаю вот такое удовольствие посмотреть на людей, как они играют. Мне вообще нравится, как актеры здесь играют. Мы думаем, что наш театр наконец-то возродится. И будет старая хорошая традиция. Будет хорошая съемка нашего. Мы думаем, что мы будем у вас хорошее настроение. Это актерам удачи. А всем зрителям хорошего настроения еще раз. Бывает, выходит на сцену актеры, много актеров, вот мы видим на сцене, но почему-то мы притягиваем, наши взгляды все время падают на одного человека, скажем. И мы даже не понимаем, почему это так происходит, а происходит, наверное, это потому, что у этого человека какая-то энергия от него идет, которая притягивает зрителей. И так получается, что все зрители, вот получается, они смотрят именно на этого человека. То есть мне кажется, что актер, хороший актер, повторяю, он должен обладать этой, в хорошем смысле слова, энергией, которая, может быть, является этим вот такой вот ниточкой, которая соединяет тебя, скажем, со зрителем. Вот. И мне, конечно, мне это очень дорого. И особенно если есть посредством роли еще что-то тебе сказать, которое свое личное, которое тебя очень волнует. И, естественно, это волнение, если ты обладаешь этой энергией, оно невольно передастся зрителю. С чем уходит человек со спектакля? Если он отсмеялся, отхохотался и ушел, так сказать, как будто он хорошо поел, сытым и довольным, вот, наелся, и, слава Богу, погладил себя по животу, теперь и на боковую, все прекрасно. Вот. Или это то духовность, то, что почему-то не даст человеку спать, увиденное им в театре, вот, почему-то будет его тревожить, может быть, не один год вспоминаться. И потом в какой-то мере, может, даже непроизвольно будет влиять на формирование этого человека, на его духовный мир. Если посмотреть на людей, которые нас окружают в повседневной жизни, то мы часто очень увидим людей, которые озадачены какими-то проблемами, какими-то делами. Они ходят, смотрят в землю или проходят мимо тебя, даже если они знакомые, они не замечают тебя не потому, что они плохо к тебе относятся, а потому, что они просто заняты постоянно решением каких-то внутренних проблем. И постоянно они находятся в некотором напряжении. Я имею уверенность и понимание того, что каждый человек, независимо от того, где он работает, в каком состоянии он на данный момент времени находится, является очень богатой
единицей всего того, что существует вокруг. И он обладает очень большим количеством понимания и знания относительно природы вещей, относительно взаимоотношений между людьми. Вот. Но в силу каких-то причин на данный момент времени он это может не осознавать. И я также понимаю, что если мы поможем этому человеку стать опять самим собой, то очень многое знание и понимание, которое в нем есть, но до настоящего времени, скажем так, на время похоронено, вернется к нему. Вот, поэтому я считаю, именно качественный отдых, именно в полном понимании смысла слова «отдых», именно такой, какой он есть, принесет человеку огромное количество того потенциала, который у него есть, непроявленный. И он очень здорово может сам скорректировать свое поведение, посмотреть на какие-то трудности, вещи, найти решение тех или иных задач, проблем. Но вместе с тем человек в силу каких-то вещей может не смотреть на ту или иную область жизни, на ту или иную область взаимоотношений внутри общества, там, внутри семьи. И вот почему я говорил о том, что я очень ценю именно качественное искусство, качественные спектакли, которые обладают богатым духовным потенциалом, которые обладают большой чистотой. Потому что, смотря именно на такие действия, человек, мне кажется, осознанно или неосознанно замечает или, скажем, устанавливает какое-то родство. Ведь изначально человек чистый, прекрасен и духовен. И именно такое искусство может помочь человеку посмотреть на те области жизни, на которые он до настоящего момента времени просто не обращал внимания. Чем актер отличается, предположим, от столяра? Инструмент у столяра – сверло, бур, дрель, фуганок, рубанок – находится, то есть его инструментарий, его производственной деятельности находится, он отлучен от творца, от исполнителя. Актер же и сам себе режиссер, и сам себе инструмент, и его тело, его нервная система, его зубы, весь его облик, его ум, его мировоззрение, его жизненный опыт – это все его инструмент. Вот. И чем он больше, этот инструмент, ну, не похож на других, индивидуализирован, тем, как правило, всегда интереснее наблюдать разные роли этого, того или иного актера. Хотя, казалось бы, предположим, Смоктуновский играл достаточно разные роли, но все равно, и ничего в этом нет зазорного, всегда мы видели космос Смоктуновского. Но, предположим, взять Арбенина из драмы Лермонтова «Маскарад», я точно знаю, что я, наверное, не буду женоубийцей своей жены. Но между тем, мировоззрение этого человека, цепь его поступков, как он пришел к тому, что надо совершить этот страшный акт, я понимаю. То ли Лермонтов меня сам подвел, то ли мое мироощущение и моя, состояние моей нервной системы, оно совпадает с ритмами этого человека, Евгения Александровича Арбенина. Я бы сам так не поступил, но я его понимаю.
роль очень объемная, и я свои жизненные ассоциации, ну, знания этого мира, конечно же, подкладываю сюда. Вообще актер должен подкладывать в чужой авторский текст, если роль действительно емкая, мировоззренческая, безусловно, себя, весь свой жизненный опыт, и играть только на своих чувствах, не на заемных. Да, безусловно. В жизни мы удивительно талантливые актеры, ибо не знаем или, так сказать, не подозреваем, что лицедействуем. Часто это, так сказать, невольное, непроизвольное лицедейство. Иногда в жизни мы хитрим и притворяемся, и действительно что-то такое изображаем, играем, но обычно мы в этом очень убедительны чаще всего. Вот. На сцене поверить в то, что ты делаешь. Для меня степень одаренности актера, степень убедительности актера в том, насколько он верит в то, что делает. Насколько он погружается искренне и сам себе верит. Тогда убедит публику. Профессионал, по большому счету, должен, в принципе, обязан, как мне кажется, играть все. Другое дело, что выгодно уже в производственном процессе, но по сути профессионал обязан играть любой жанр, любое амплуа, если говорить об этом, да, любое состояние, и возрастное, и качественное, вот, это профессионал. Но все это трансформируется через знание психологии человека. Здесь есть такой актерский азарт, ну, как у нас говорят, что даже телефонную книгу можно прочесть захватывающе. И будут смотреть. Будут! Значит, не нужно никогда говорить «плохой зал», «не те собрались», а нужно их сделать хорошим залом. Эта борьба ведется постоянно. За два совета вам я благодарен вдвое. Прощайтесь, мать. Честью женщины. Доверься я ему, со мною было в тоже. Итак, прощай. Не мне вас проводить из заблуждений. О нет, избавьте Бог. Мне будто слышится и звук толпы пустой, и шепот злобных сожалений. Но я себя спасу, хотя б насчет другой от этого стыда, хотя б ценой мучений пришлось выкупать проступок новый мой. Какая цепь ужасных предприятий! Моя цель! Мама! Свой сон Лола искал, и за улыбку вашу. Дядан Петрович, спасибо. Ой, только что-нибудь небольшое. Что-нибудь очень интересное, какой-то вот... Такой эпизод яркий, хороший. Вот как я безумно люблю свой эпизод в спектакле вот у Сереженьки Стрижака. Это настоящий скандал. Я иду как на праздник на этот спектакль, потому что, во-первых, это немного. Потом я получаю удовольствие от того, что я доставляю удовольствие зрителям. Они смеются, они мне хлопают. И я чувствую, что я вот такой кайф получаю от этой роли. Выслушайте меня, или я вас сейчас запру. Прошу. Даю вам 2 минуты. Элеонора и я никогда не были женаты. Она вовсе не моя жена и даже не любовница. Да ну. А Вирджиния не наша дочь. Ваша семья
я всего лишь мираж. Да ну что вы? А вы, не моя теща. В конце концов, мы совершенно чужие друг другу люди. И живем вместе, чтобы поддержать иллюзию, которую я сам хотел создать для себя и плачу за это. Надо же, я думаю, что это птичка, чтобы заполучить старых наследство. Да клянусь вам, Мере. Он еще клянется. Он клянется, этот ренегат. Вы отказываетесь от семьи, от жены, от дочери 20-летних семейных уз ради наследства, да вы мне... Ничего себе. Ну, хоть что-нибудь скажите, а ну? Что ты хочешь, чтобы я ей сказала, мой дорогой? Как что? Что вы хотите, чтобы она мне сказала? Уж не думаете ли вы, что моя дочь, моя плоть и кровь будет участвовать в этой вашей глупой выдумке? Да послушайте меня! Все. Слушайте! Все. Я дала вам 2 минуты. Вы украли у меня 5. Все. Я разгуливаю налегке. Зритель приходит в театр. Вообще я не понимаю тех людей, которые не приходят в театр. Мне кажется, что те, которые не приходят в театр, они просто себя наказывают. Как это можно не прийти в театр? Я не знаю, вот во время ленинградской блокады люди кусок хлеба не имели, но в театр они шли. Они шли в театр. Это пища, это духовная потребность. А те, которые не приходят в театр, их только можно пожалеть. Чем они живут? Это страшно, если человек не идет в театр. И мне кажется, что родители, те, которые не приучают своих детей к театру, они просто их обедняют, они просто крадут у них жизнь. Зритель приходит в театр за переживаниями, за соучастием каким-то со своими. Как бы, понимаете, придет в театр, и в каждом персонаже он что-то, может быть, для себя находит. Может, какой-то ответ он находит. Вот так бы надо было поступить. Вот как вот эта героиня или как вот этот герой. А я совсем по-другому. Вот спасибо, что я пришел в театр. Я что-то для себя такое... Ну, театр – это познавательно. Это сопереживание. Я не знаю вообще, как можно жить без театра. Ожидаю очень большого удовольствия, как и всегда. С удовольствием смотрим эти спектакли. Именно Севастопольский. Смотреть на игру хорошую актеров любимых. Что-то может лучше вот, воспринимать мир потом. Общение даже будет, может быть, другое с людьми, когда после того, как посетишь театр. Получить хорошее настроение и удовольствие. Ну, поменьше, наверное, вот этой нашей обыденности, рутины, которая и так в нашей жизни ее слишком много, что-то такое возвышенное, красивое. Мне интересно взаимоотношения людей между собой. Про любовь. Про любовь. Про любовь. Очень давно некогда могущественным богам нравилось показывать друг другу собственное красивое творение. Это был их способ общения. В обмен боги получали восхищение и внимание. Так возникло искусство. Привлекая к себе много внимания, боги оказывались в самом центре и приобретали значительное преимущество перед другими. Соперничество побуждало богов проявлять изобретательность, так как внимание является самым ценным продуктом в нашей Вселенной. Желая сохранить за собой центральное местоположение, кто-то однажды солгал. Боги продолжали общаться друг с другом, но красота их творений померкла. Они требовали внимания и восхищения, но, увы, получить их было все труднее. Потом они воевали,
перевернули мир с ног на голову и попрятались каждый в своей вселенной. Они стали маленькими и недоверчивыми. Но одно ощущение осталось в памяти навсегда. Общение – это удовольствие. И они придумали безопасное место, которое кто-то когда-то назвал красивым словом «театр». Ну, тут говорилось о лицедействе. А от себя бы я хотела сказать, снимая маску, лицедейки. Жизнь прекрасна, надо жить, надо проживать свою жизнь. И каждую минуту в этой жизни хорошо бы себе сказать: я проживаю свою жизнь и делаю это с удовольствием. Мне всегда дороже, когда я проигрываю на сцене кусок жизни. Вот почему я так пытаюсь быть предельно откровенна и искренна. А лицедейство мне уже в этом видится как бы вот что-то, что играет человек, изображает. А для меня всю жизнь это было прежде всего большой правдой. А в правде всегда органика. Поэтому иногда ловишь себя на сцене на том, что ты что-то делаешь, и забываешь, что это сцена, что ты это проделываешь и в жизни. Только, может, ты в жизни это скроешь как-то. А здесь ты вся на виду. Я хотела бы сказать о любви. Не просто о любви. Может быть, это такие вот мои размышления. Все получается и все получится, когда все это делается в любви и с любовью. Еще никогда ни злость, ни зависть не приносили больших плодов, таких, когда приносит любовь и все, что делается с любовью. И очень важно, чтобы актер, по крайней мере для меня это очень важно, невзирая ни на что, невзирая ни на невзгоды, на какие-то отрицательные, может, явления, которые происходят в жизни, вокруг нас, рядом, сохранил это чувство, чувство любви и доброты. Потому что только с любовью возможен большой и замечательный театр. Если бы она не играла, как бы он смог ей поверить? Да я не знаю, Александр, существуют ли инструкции, как узнать правду. Но если человек умеет читать во взгляде, чувствует подлинную теплоту человеческого жеста, то он бесчувственный мертвец. Возможно, я уже мертв. Тогда иди к черту! И пусть любовь идет к черту! Если ее никто не может распознать! Ну скажи, что ты меня любишь! Ну скажи, что ты мне поверишь! Положим, я тебе верю! Я люблю тебя. И веришь ты или нет, это ничего не меняет. Я люблю тебя для моего собственного счастья.
Если ты от этого можешь стать счастливее, то тем лучше. Я слишком долго искала тебя, чтобы рисковать вновь потерять из-за сомнений, которые в конечном счете касаются лишь тебя одного. Так что разбирайтесь сами, месье. Я же сохраню вас для себя. Я постараюсь беречь тебя все силы своей любви и по-своему переведу для себя биение твоего сердца. Это мое счастье. Ты мое счастье. Это и есть любовь. Молчи. Настоящая теплота человеческого жеста. Разве она меня обманывает? У тебя замечательная линия жизни, а у меня удивительная линия шансов. И я выиграю. У меня есть все шансы. И даже шанс умереть раньше тебя. Я люблю тебя. Уже полночь. Время летит так быстро, когда мы вместе. Да, кстати, я не знаю, в курсе вы или нет, но у нас артистов есть касса социального зарабатывания. И необходимо, чтобы вы сообщили, сколько я у вас сейчас зарабатываю. Спокойной ночи, Александр. Я горжусь. Я горжусь тем, что я актриса. Горжусь. Я вижу, как люди, которые не занимаются этим делом, как они с интересом и с вниманием смотрят вообще на актеров. Вот даже идешь по улице и ловишь взгляды эти, которые в них есть какая-то, я даже не знаю, что-то вот как-то, какое-то особенное такое отношение. Я это чувствую. Я горжусь своей профессией. Я ее очень люблю и горжусь. Я такая же, как и, в принципе, зритель сидящий. Только я показываю сейчас на эти 2 часа, я просто привлекаю сейчас ваше внимание. Я вам хочу рассказать одну историю. И я всех зрителей собираю в единый маленький комочек на 2 часа. И как бы овладеваю ими. Ой, вы знаете, я настолько счастлива, что вот я иду по улице, ко мне идут навстречу, улыбаются, говорят, здравствуйте. Я понятия не имею, кто это. Я говорю, здравствуйте. Они, им кажется, что они со мной знакомы. И я с удовольствием отвечаю, здравствуйте. Это же такое счастье, когда тебя узнают, когда тебе улыбаются, идут навстречу. Это же... Или там даже просто чужой человек. Ой, вы знаете, мы вчера были на спектакле. Как нам понравилось, Господи. Так... Я говорю, да мы же живем для вас. Если вам понравилось, то мы счастливы. Наше счастье в том, чтобы нравиться зрителю, чтобы мы им доставляли, чтобы они отдыхали, ну пусть так. Привет. Вам нравятся наши артисты? Конечно, нравятся. Я каждый день хожу в театр, мне очень нравится. Замечательных, прекрасных артистов. В общем-то, они сейчас у нас и есть, эти артисты. Новые замечательные постановки. Вот хочется почаще ходить в театр. Здорово. А как вы думаете, есть какое-то отличие между артистами и обычными зрителями? Думаю, есть. А в чем оно? Да не знаю, артист совершенно по-другому устроен, чем другой человек, мне кажется. Совершенно другой. Актеру хочется выплеснуть себя на сцене, а зрителю хочется посидеть и посмотреть, и впитать энергию от актера. Как музыкант, думаю, что есть, конечно, как от простого зрителя музыкант, точно так же от актера и простого зрителя. Не, ну в жизни они, конечно, обычные люди. Необычные, конечно, так, все они творческие. Вот. И поэтому...
Ну, есть отличия, конечно. Вам нравится наша артистка? Конечно, нравится. Это мой любимый театр, единственный, который я посещаю. Ну, не какой-то в городе, а вот именно сюда. Потому что здесь таланты. И поклонники. Да, само собой. Спасибо большое. Артисты и зрители встречаются по причине взаимного притяжения. Чем качественнее между ними общение, тем шире область понимания, а затем знания и уверенности. Театр, как инструмент, универсален. Он позволяет рассмотреть любую область жизни и обнаружить правду, которая приводит от забвения к сознанию. Через лицедейство в театре человек открывает в себе разнообразие, и это изменяет его этические основы. Театр прост и доступен, в нем все очевидно и наблюдаемо. Чтобы войти в него, достаточно одного искреннего желания. Это многоуровневая школа жизни, обучаясь в которой, человек мягко расширяет собственное пространство. Человек – нечто большее, чем он привык себя осознавать. Его игра в театр – явление вполне божественного происхождения. Это полеты, из которых он возвращается наполненным чем-то иным. Чем-то иным. Чем-то.